Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин был создан в начале 2009 года, и с тех пор мы наблюдали за тем, как его цена росла с 1 цента до почти 20 тысяч долларов за монету. Такой безумный рост, безусловно, делает его одним из самых прибыльных активов последнего десятилетия. И в этом видео мы поговорим с вами о том, почему многие эксперты считают, что биткоин будет продолжать расти, а также о различных прогнозах, касающихся биткоина и альткоина в том числе. Будет интересно, поэтому досмотрите это видео до конца. Однако прежде чем перейти к контенту, хотел бы поделиться с вами агрегатом, которым сам уже пользуюсь несколько месяцев и который очень сильно экономит мне время. А времени у меня постоянно не хватает, и это видно потому, что видеоролики в последнее время выходят не так регулярно, как это было раньше. Все мечтаю, когда в сутках будет не 24 часа, а часов 40 хотя бы. Как вы знаете, я торгую в основном на Binance, однако часто приходится использовать и другие биржи, если нужно прикупить различные монеты, которые на Binance не торгуются. Например, Polygon, BitMEX, Bancor и так далее. Очень неудобно заходить на каждую биржу по отдельности, поэтому я искал сервис, который объединил бы все мои аккаунты в один кабинет и при этом дал бы еще больше функциональности, чем та самая биржа. В принципе, таким сервисом оказался TradeMate. Пару раз он у меня в видеороликах, кстати говоря, светился. Да, на первый взгляд здесь слишком много всего, но если разобраться, то все становится просто и удобно для пользования. На главной странице сразу же можно увидеть статистику своих аккаунтов, изменения портфеля, список открытых и закрытых сделок. Замечу, что этот торговый агрегат не имеет доступа к вашим деньгам, а только управляет аккаунтами с биржи. То есть может только торговать, но вывести деньги не может. Особенно люблю пользоваться смарт-трейдом. При этом график имеет полный функционал TradingView. Можно добавлять индикаторы, рисовать уровни сопротивления поддержки, раскидывать сетку Fibonacci и все остальное, что я так сильно люблю. Это, кстати, очень круто, потому что на многих биржах в основном одни скользящие и стоят. И меня это очень бесит иногда, потому что торговать неудобно. В этом окошке можно выбирать ваш аккаунт с любой биржи, на которой вы торгуете и который вы привязали к этому торговому агрегату. Прелесть ситуации в том, что при этом вам не нужно постоянно заходить на эту биржу. Все делается прямо отсюда, из кабинета. Можно выставить процент от портфеля, который нужно установить в сделку. Даже уровни Take Profit и Stop Loss можно установить одновременно. Кстати говоря, очень удобная функция называется трейлинг, я ее еще нигде не видел. Трейлинг — это когда уровни стоп-лосса будут автоматически подтягиваться за движением цены. Также можно установить трейлинг лесенкой в случае, если у вас несколько отметок take профита. Поэтому, если что, ваша сделка закроется в безубыток. А это может спасти от потери средств в критической ситуации. Также можно совершить и быструю сделку, если времени вообще нет. Например, нужно срочно продать биткоин, выбираете сколько процентов от портфеля нужно продать и жмете продать. Правда, нужно понимать, что продажа идет по рыночной цене. Однако, если на рынке происходит какая-то вакханалия, это может вас спасти. Допустим, у вас не только биткоин, но и альткоины. Рынок падает, все рушится, все в шоке, в панике. Происходит какая-то адская беда. Если бы вы пользовались просто биржами, вы явно не успели бы зайти на каждый аккаунт и продать свои альткоины и биткоины. Вы просто не успеете закрыть все позиции и потерпите убытки. Здесь для этого есть функция обменять все. Выбираете монеты, жмете обменять все, и автоматически все ваши позиции закрываются и выходят в стейблкоин. Это очень удобная и реально нужная функция, которая спасет ваш портфель от беды. Кстати говоря, все открытые задачи появляются на главной странице, где вы можете их редактировать. Например, усреднить позицию или сделать паник сел практически в один клик. Есть еще одна функция автотрейд, она, наверное, подходит больше для новичков, но и для людей, которые хотят сэкономить свое время, тоже подойдет. Здесь можно увидеть трейдеров, ботов и телеграм-каналы, которые тоже торгуют с помощью TradeMate. Вы можете выбрать подходящего вам трейдера по различным параметрам, доходность, успешность сделок и так далее. Что нужно сделать? Нужно подписаться на такого трейдера и установить флажок автотрейд. Далее выбрать биржевой аккаунт, установить лимит на сумму, которая будет торговаться, и теперь ваш торговый аккаунт будет автоматически повторять все сделки этого трейдера, на которого вы подписались.
конечно, тоже присутствуют риски, но я думаю, вы не будете подписываться на трейдера, которому не доверяете. Кстати, интересно, что агрегат обязал трейдеров подписываться на самих себя на платформе, чтобы тоже нести риски от торговли. Также радует то, что есть большая база данных, если возникают какие-то вопросы, ответы на них вы можете найти там. Конечно же, есть реферальная программа, если по вашей ссылке регистрируется и пользуется агрегатом, вы получаете какой-то доход. Да, пользование агрегатом не бесплатно, бесплатный период только в первые 7 дней. Собственно, я тоже оплачиваю подписку, потому что я не какой-то там особенный. В общем, очень рад, что существует такой сервис, который экономит мне время, ведь время для меня самый главный и дефицитный ресурс, несмотря на всю его бесконечность. Ссылку на этот агрегат TradeMate я оставлю в описании. Еще раз напоминаю, что все ваши финансовые решения остаются только на вашей совести. Взрослые люди всегда берут ответственность за свою жизнь в свои руки. А теперь поехали к контенту. Одна из историй, которая лучше всего иллюстрирует сумасшедший рост биткоина, это история о двух пиццах, которые были куплены за 10 тысяч биткоинов 22 мая 2010 года. Эти пиццы купил разработчик из Флориды по имени Ласло. Тогда эти 10 тысяч биткоинов стоили $40. А сегодня по курсу 10 тысяч долларов за монету это 100 миллионов баксов. Возникает вопрос, а есть ли у этого роста предел? Если да, то где? Пока никто не знает, но я уверен, что есть люди, которые смотрят на рынок как на пузырь, который вот-вот лопнет, чтобы цена биткоина снова упала до пару центов. Однако есть и биткоин-сектанты, которые видят потенциал биткоина увеличить цену в 100 раз по сравнению с текущей. Вот вам пара примеров таких про-биткоинеров, если есть такое слово. Чамат Палихапития. Стоимость биткоина составит 1 миллион долларов в 2037 году. Чамат является основателем Social Capital, а также совладельцем Golden State Warriors. Его знакомство с биткоином началось с инвестиций еще в 2012 году. А уже в 2013 он включил этот актив в свой хедж-фонд, общий фонд и, конечно же, в личный счет. Вот так он вдохновился. В какой-то исторический момент он владел 5% от всего доступного предложения биткоина. По его прогнозам, цена биткоина достигнет 100 тысяч долларов в следующие 3-4 года, а также к 2037-му главная криптовалюта достигнет цены в 1 миллион долларов. Он сказал: «Биткоин обладает потенциалом, который позволяет сравнивать его с золотом. Это фантастическое средство накопления против авторитарных режимов и банковской инфраструктуры, которые мешают этому миру функционировать так, как нужно». Венс Казарес – 1 миллион долларов к 2027-му. Венс Казарес является основателем и генеральным директором XApple, создателем одного криптовалютного кошелька Haro, а также членом советов директоров PayPal. Есть множество причин, почему Венс проявил интерес к биткоину. И одна из них – это финансовая нестабильность на его родине – Аргентине. Впервые Казарес купил биткоин еще в 2011 году. Он считает, что биткоин вырастет до 1 миллиона долларов в 2027-м. На конференции в Нью-Йорке он сказал, что биткоин в состоянии вырасти до 1 миллиона долларов за следующие 7-10 лет. Джон Пфефер. 700 тысяч долларов. Джон является партнером компании Pfeffer Capital в Лондоне. Он сказал, что целевая цена биткоина это 700 тысяч долларов, что примерно в 70 раз превышает текущую цену биткоина, около 10 тысяч долларов за монету. Джон заявил, что биткоин является первой в мире жизнеспособной заменой золота. Аргументация Pfeffer заключается в следующем. Во-первых, он предполагает, что биткоин может заменить все золото, которое в настоящее время находится у частных инвесторов. Другими словами, золотые слитки, которые люди хранят в сейфах или закапывают под деревом, могут быть заменены на биткоин. Во-вторых, текущая стоимость всех золотых слитков составляет около 1,6 триллионов долларов. Если предположить, что первая криптовалюта полностью заменит эти золотые слитки и в обращении будет 18 миллионов биткоинов, то к этому времени предполагаемая стоимость главной криптовалюты будет более 90 тысяч долларов. Если биткоин вытеснит и некоторые другие виды резервов, а трансграничные расчеты будут проводиться в битках, то у него есть шанс достичь ошеломляющей цены в 700 тысяч баксов.
Джон Маккафи. $1 миллион до 2020 года. Джон Маккафи является основателем первой коммерческой антивирусной программы, запущенной еще в конце 1980-х годов. Недавно он основал MGT Capital, компанию, которая добывает различные криптовалюты в США и за границей США. Джон ввязался в биткоин, потому что, по его словам, в конечном итоге он станет денежным стандартом для всего мира. Прошли годы с тех пор, как Джон Маккафи впервые заявил, что он съест свой детородный орган, если его предсказание цены биткоина не сбудется. Так как текущая цена биткоина составляет приблизительно $10 000, то чтобы биткоину достигнуть $1 миллиона к 2020 году, его цена должна повышаться более чем на $1800 каждый день, начиная с сегодняшнего. А вообще, исходя из прогноза Маккафи, биткоин уже сегодня должен стоить почти $90 000. Марк Юско, $500 000 в течение 6 лет. Юско является инвестором-миллиардером и основателем хедж-фонда Morgan Creek Capital. По его прогнозам, биткоин будет стоить $500 000 уже в 2024 году. Это просто математика, которую он называет эквивалентной. Мы не можем иметь более 20 миллионов биткоинов, а золото сегодня стоит около $8 триллионов, что дает нам около $400 000 за биткоин. Плюс еще сотня тысяч, если включить в эту формулу пользование биткоином. Ну, на самом деле, в обращении не будет более 17 миллионов биткоинов, ведь 4 миллиона уже потеряно. Поэтому, согласно его высказыванию, максимум биткоин может достичь $470 000. Он также заявляет, что такой актив, как биткоин, вызывает страх в сердце банкиров, главным образом потому, что он устраняет необходимость в банках. Роджер Вир, $250 000 за биткоин в 2023 году. Роджер Вир – это ранний инвестор биткоина и связанных с ним блокчейн-стартапов. Он начинал свою бизнес-карьеру, торгуя компьютерными комплектующими. Оценка будущего цены биткоина Роджера основана на принципе спроса и предложения, который, по его мнению, создает большой потенциал для биткоина, как для средства сбережения с тех пор, как у биткоина появилась ценность. Very easily be worth $2,500 or $25,000 a Bitcoin, or even $250,000 per Bitcoin. So they could easily go up another 1,000 times from where they are today. And that's not just some pie in the sky thing. Like, sit down there and do the math. There will never be more than 21 million Bitcoins in the entire world, and we have however many billion people on the planet at this point. Bitcoin has a long, long, long ways to go if as far as price appreciation, if more and more people start to use it, and more people certainly are because it's so incredibly useful to use. Том Ли. $40 000 к 2020 году. Том Ли является соучредителем компании Global Advisors. Ли первоначально заявил, что цена биткоина в 2018 году составит 11 500, после чего увеличится до 20, поскольку внутренняя стоимость криптовалюты возросла. Однако изначально эти цели были достигнуты биткоином еще в 2017. Недавно Ли обновил свой прогноз, заявив, что бычий рынок биткоина удивит всех нас в 2019 и закончится достижением цены $40 000. Близнецы Уинклвосс. $7 триллионов рыночной капитализации в 2038 году. Известные биткоин-миллиардеры заявили, что у биткоина есть потенциал сделать 30-40 иксов от его текущей стоимости, что, по мнению Уинклвосс, приведет к будущей капитализации криптовалютного рынка в $7 триллионов. Это число сопоставимо с рынком золота. Наш тезис заключается в том, что биткоин – это золото 2.0, и поэтому пока биткоин не достигнет рыночной капитализации в $7 триллионов, как у золота, это будет очень недооцененный актив. Но мы думаем, что люди уже начинают просыпаться. Но, ребята, не все эксперты такие оптимистичные. Калвин Айр. Биткоин упадет до нуля. Канадский миллиардер и сторонник Bitcoin SV, альткоина, который появился в результате хардфорка сети Bitcoin Cash, сделал такой дерзкий прогноз. У биткоина нет практической ценности, он бесполезен. Сама технология, конечно же, никуда не исчезнет, а продолжит существовать в виде Bitcoin SV, сказал Калвин Айер. По словам Калвина, людям стоит переключить свое внимание с рыночной капитализации на масштабируемость криптовалюты и ее реальное применение. Уоррен Баффет также не обошел стороной криптовалют. Он предрекает, что криптовалюты, в том числе и биткоин, плохо кончат. «Я могу сказать с уверенностью, что они придут к плохому концу», заявил миллиардер в интервью CNBC в январе 2018 года. «Правда, я не знаю, когда и как это случится», добавляет Уоррен. Эрик Финман.
В долгосрочной перспективе биткоин умрет, а криптовалюта останется. Юный биткоин-миллионер Эрик Финман вновь привлек к себе внимание общественности, заявив, что главная криптовалюта погибнет, если не будут решены проблемы, которые она сейчас испытывает. К этим проблемам относятся сложность использования, высокий размер комиссии за транзакции, медленная скорость обработки, а также несогласованность между командами разработчиков. В декабре я прогнозировал, что в долгосрочной перспективе биткоин умрет, а криптовалюта останется. Однако до того, как биткоин провалится, его цена будет расти. Стоит заметить, что Эрик впервые купил биткоины в возрасте 12 лет. Капиталом для покупки стали $1000, которые подарила ему бабушка. Тогда ему удалось купить биткоины по $10 за монету, а сегодня у Эрика 458 биткоинов. Однако есть и противоположный прогноз. Эра альткоинов закончилась. Так считает основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер. Альткоины исчезнут с лица земли, как только биткоин достигнет $100 000 за монету. По мнению Кайзера, основным фактором, который спровоцирует рост биткоина до $100 000, это его фундаментальные особенности. В конце 2018-го Кайзер дал интервью для Bitcoinist, в котором еще раз подтвердил, что протокол биткоина можно назвать гениальным, а стоимость данной криптовалюты определяется самой природой его блокчейна. Это все на сегодня, ребята. Выпуск вышел довольно информативным, ну, по крайней мере, мне так кажется. Если это так, то поставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях свои прогнозы и что вы думаете о прогнозах экспертов. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, Телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого.